Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся перед пляжем Витязева. Здесь у нас происходит разборка всех ролетов, всех моментов, которые мешали обзору, так сказать, и видимости на наши дюны. Территория эта данная частная. Мы можем увидеть, как приходит другая крыша власти, говорит, что надо делать все по-новому. Вы можете увидеть ролеты, которые разбирают, и здесь как бы все происходит именно в таком формате. Да? Так делают. Отлично. Можете как бы увидеть, как оно сейчас здесь происходит. Раньше сначала с одной стороны поубирали все эти ролеты, сейчас вот, короче, с другой стороны поубирали эти ролеты. Должны были, как сказать, именно освободить дюны от строений, потому что это пляжная территория. Ну, повторяю, то есть участок, самое интересное, что находится у человека в собственности. Представляете? То есть вы купили себе землю, а по факту ее использовать не можете. Мне кажется, вот пока не будет ответственности именно у тех людей, которые, ну, как говорится, как-то правильно выразиться даже, продавали, да, эту землю, то ничего не изменится. Кстати, мне говорили о том, что попытались навести порядок непосредственно вот здесь. Помните, мы снимали, да, какой тут оттас происходил. И мы можем увидеть, что откликнулись на наши просьбы и навели порядок. Но мне сказали, что здесь под этим песком находятся старые строения. Вот можете остовы их наблюдать, которые опасны. И ребята пока сами не знают, как их, вот видите, из-под земли, да, песок сносит, как их убирать, чтобы сделать безопасным. В общем, они будут пытаться поддерживать территорию в чистоте. Ну и плюс вот эти ролеты уйдут. Надеюсь, что все-таки собственникам также найдут общий язык и взаимовыгодные какие-то условия, чтобы и дюны сохранить, может быть, участок ему как-то вернуть какой-то в другом месте, например, да, потому что, ну, мне, допустим, жалко, да, человек купил землю, вроде как, говорится, добропорядочные покупатели, а по факту оказалось, ну, это дюны. Конечно, когда покупаешь на дюнах участок, надо ожидать то, что либо море придет, либо кто-то еще. Такие вот дела и новости. Ну и, собственно, закат